Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 965. События дня. Екклесиаст 12:13-14. Выслушаем сущность его. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. За 7 августа 2018 года. Здесь Галина Загуляева объявление дает. Помощь можно направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 7, то есть набирать надо 8-906-968-6306. Галина Александровна Загуляева, это моя карта. Для других, кто будет спрашивать номер карты, Сбербанк 4276-0209-4465-7334. Это умерла 42 года Анастасия Дробот. Четверо ребятишек осталось. И вот кто хочет помочь, спрашивает, как пересылать. Она говорит, община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей. По благословению батюшки, отца Якима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. То есть, чтобы никуда не ушло, бывает муж не в уме, поэтому в руки никому деньги не дают. Уважаемый Игнатий Тихонович, я задавала вам вопрос о болезни, а сейчас нашла на YouTube ваш ролик «Как быть здоровым». Благодарю вас за советы и за ваш огромный труд. Я только узнала из ролика, какую трудную вы прожили жизнь, психиатрия и тюрьмы. Вы знаете, для меня вы как-то до революции. Так тогда верили люди в Бога. Я буду за вас молиться, подавать на проскомидию. Благодарю Бога, что узнала, что такой человек живет, как вы и ваши люди, которые слушают ваши лекции и верят в Бога. Оксана, Белоруссия. Ну, вот так. Виктор Савченко. Спаси Христос за молитвы. Иоанна родила мальчика около 2 часов дня по местному времени. 6 августа. Все благополучно. Елена, поздравляем. Как назвали? Спаси, Господи, семью вашу. Валентина Сартисон. Слава Христу, поздравляем. А вес какой? Виктор, 3,273,7 еще грамм. Рост 51 сантиметр. Валентина, хороший вес. Стимулировали или сама родила? Виктор, сама. Валентина, прекрасно, молодец, Иоаннушка. Ей особый поклон. Мы все очень рады этому событию. Человек родился. Виктор, слава Христу. Роман Фроликов. Чтобы я был человек, надо воспитывать себя так, как Игнатий Тихонович воспитывает себя самого. Хвала Иисусу Христу за все, и за скорби, и за радости. Чем говорит... О чем говорит и Святая Библия? Болезни в одном месте исчезают, а в другом возникают. Они предвестники смерти нашей. Ольга. Аня Крущина тоже сына родила. Наталья, слава Христу, поздравляю. И вдруг вот такая вот. Забудьте новомодную отмазку. Мой ребенок гиперактивен. Ребенок сидит, где-то едут, ноги забросил кверху. Гиперактивен. Твой ребенок просто невоспитанный говнюк. На Леонова, похоже, сидит с газетой, как бы на полоборота. Благополучие по заветам Христа. Академик Глазьев. Вот его. Можно, наверное, побольше сделать,
чтобы люди могли увидеть. Вот. Ну, или академик Глазе, благополучие название. Там он говорит, что все вопросы, как он говорит, проблемы, разрешаться по заповедям Христа живущим. Я отвечаю, просят люди найти этот ролик, где Путин Владимир Владимирович говорит, что все проблемы решатся, если будем жить по заповедям Иисуса Христа. Не академик Глазев так сказал, а именно Путин. Вот где такое? Мне сказали, я повторил, и никто не найдет. А Глазев именно так и говорит. Ксения, дорогой Игнатий Тихонович, к сожалению, даже не видела и не слышала такой ролик, поэтому не знаю, что и где искать. Марина с Полиной благополучно добрались до Москвы. Их встретил Вячеслав Ткачев на своей машине и отвез к отцу Кириллу Сахару на Берсеневку. Рахиль, неужели Путин так говорил? Наталья, кто-нибудь нашел ролик по просьбе? Первый раз слышу, что Путин сказал такие слова. И вдруг... Путин, а название ролика о церкви и православной вере, вот где. Далее, Россия управляется Богом. Путин рассказал Соловьеву о величии России. Ну, много говорится, корни, так интересно слышать. Ну, сказал бы, вера в Иисуса Христа, тогда его просто разрешился, а то корни, к корням обращаются, вот, к национальной идее, там что-то такое, вот. Юрий Соболев, неужели есть такой, Игнатий Тихонович? Весьма удивительно, а оттого радостно. Поищу, конечно. Андрей Александров. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за выполненную просьбу. Получилось все и качественно, и естественно. Очень понравилось видео. Чувство такое, как будто рядом с вами стою на молитве. Он сказал показать, чтобы... Что означает семикратно в день. Вот Псалом 118-164... Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, за суды 17 июля 2018 года, вот где, слава Христу. Вот это он просил, ну, мы так ролик составили, такой вот ролик есть. Вчерашний день, вторник, батюшке уголь привезли накануне, ну, пошел туда. Володя, работал Сергей Пупков, я иду, там Исааки Устину помогает, и сам батюшка, я тоже заснял. Вот кидают, немножко там поговорили. Батюшка мне говорит, вот тебе арбуз, отрезал два ломтя, а арбуз дала ему Серафима Гаврилова. Ну, видно, еще краснота слабенькая. Ну, два я, значит, один взял и сразу на велосипед и поехал к Виталию, где он там работает, ему дал. Вторник – это молочный день. Потеряевские едут в город. И поехал Игорь Барабар, староста, повез свои продукты. Я с ним как-то ездил. Дорога ей звонит. Подъезжает к дому, где, а там звонить уже не надо. Они на улице ждут. Мобильный телефон сильно помогает. Вот. Подправили мы с ним два ведерка. В каждой поставили по баночке небольшой, там пол-литровое или сколько, варенье малиновое. Вокруг все загрузили горошком зеленым, стручками вместе. Ну и в холодильнике хранилось смородина белая и красная. Туда и туда положили, в две семьи болящим отправили. Он уже приехал, все выполнил. Вот. Вчера предупреждал всех, чтобы коров не поили здесь, на Комогорихе. Лагерный пруд. Берег обрушивается. Я не слушаю, гляжу, все равно подгоняют. А поить есть здесь, Симаковский пруд, это Костровый. А вечером тут, днем рубили, там... Территорию очищали, под травой много очень, на Павловой территории, где Никита был, дрова, ну, доски разные, все это рубили, одни мусору, море. Я и сказал, сейчас поужинаем и начнем, везде у меня для мусора куб делается из травы. Ну, 2 метра, допустим, на 2,5 или 1,5 на 2,5.
Ну, тут, где вовсе были, лебеды много растет, она легко вытягивается, потому что не из земли, а на навозе, на этом, на отходах овечьих-то. И вот Виталий с Сергеем носили, и Володя тоже, потом он начал подчищать, и территорию очистили. Они не делали еще, ну, уже поздновато, до 9, часа полтора поработали. Как-то приятно так все, которые дрова были, тут ночью мог быть дождь, чтобы убрать щепки, все сделали. И вот с утра начинается, и в деревне, ну, когда чего сравнивать с городской жизнью, это никуда, а куда ты, ну, если ничего, ужин, с работы пришел. Нет, в 9-й час уже там 9 часов, уже 10-й час, 10-й. Вот так. Ну и показать наши ресурсы. Вот, даже не посмотрел. Мой мир надо было открыть. Тут переписка хорошо идет. Люблю эту систему. И вот ленточная. 1600 тем. Православный форум. Это православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Вот так. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень много здесь вопросов отвечается. 4124. Итак, роликов у нас уже 12100. Ну, что днем несколько раз на молитву становимся. Помолиться надо. Благодарение Богу. Все на этом.